Вот у нас тут кошки между собой ластятся. Чернушка лежит как белого. Как она его любит. Против всего-то она меньше. С улицы бомжишка приняли, и там тоже черная бомжишка. А он даже нужды как будто не имеет. Да мало ли, что она подлизывается. В полном смысле подлизывается. А я батюшка у меня говорит, ты мне у тебя сухари, там он, видишь, он ее как это обрезает. Ох, как. Ты сухари-то дай мне, говорит, я тебе мешок дал, так такое дело я себе возьму. Мои мешки, это Володя приготовил, Пенкин. Сухари мешок. Мы живем блаженством, тем более такая радость. Вот оно что. Ох, засыпила она, ух. Это языком, а язык шершавый. Я колову шею промыть надо. Ну, сегодня суббота, банный день. У нее с собой все. Вместо виходки язык, а вместо мыла слюна. Видишь как? Если она его куда-то навостряет, пойдешь так, чтобы любой кошке понравился. Она ему какой тут воротник-то поднимает. А очень часто бывает, у которых у жен эти мужья блудники, она ему только одежду купит новую. Да, он-то ее как видит. Да. Он падает, видишь, что делает. И она его вызвала к себе. А вот сейчас маленько повон, а потом она начинает, он ее куснет маленько специально, и она сразу убегает. Дескать, ну маленько-то, знай меру-то, ну, излезала уже, одно ухо короче другого. Он теперь лапой моется, или лапу лежит. Вот тоже любовь. Кошки это понимают. И у меня друг на другу чернушка, это черная, и паля. Как начнут лизать друг друга, ну, думаешь, наполовину съедят. Пошел, я готовлюсь к проповеди. Все, с Богом. А, косточки, косточки. А? Косточки. Да, каждый раз, когда ухожу. Косточки карасинные. Пошел, смотри. Я пошел. Ну, кошачья. Кошаки наши, белые, посмотри в камеру. Морда твоя наглая. Целыми днями спит. Та хоть что-то делает, бегает где-то, мышек ловит, а этот спит напропалую. Да-да. Солдат. Так вот, сегодня банька у нас была, помылись я тоже, слава Богу за все, аллилуйя.